Всем привет, чувачки, с вами Мелскел. И со мной сегодня Полина. И Вэл. Всем привет. И Вэл со мной? Да. О, ну ладно. Сегодня мы играем в Among Us. Мы не разобрались со всеми ролями, которые здесь есть. Сегодня мы попытаемся разобраться, кто такой вообще инженер. Сантехник. Ну, по факту он сантехник, да. Так, я создаю новую комнату, играем мы с моими подписчиками. Так что, если ты еще не подписан, обязательно подписывайся и ставь лайк, если не поставил лайк. Создаем. На чем будем играть? Давай на полюсе. О, нет. Нет, скел. Ну, потому что тут люков очень много. Ставим новые настройки. У нас, пускай у нас будет один ученый, три ангела-хранителя, оборотня одного оставим. И поставим, знаете, сколько? Вот столько инженеров. Будем прыгать по люкам сегодня. Хай! О, привет, сантехник! Привет, сантехник! Я Мишка Тедди, а ты? А я сантехник! Так, я скидываю ребятам код комнаты. Телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. У тебя во рту кисточка, ты в курсе? Это не кисточка, это соломинка. Ага, у сантехника соломинка откуда? Ну да, я типа, ну такой вот... Деревенский сантехник. Стартуем. Я хочу быть инженером. Прямо сразу. Давайте, инженер. Стартуем. Блин, предателям сейчас будет слишком легко по люкам транспортироваться вообще. Так, берегитесь, два предателя среди нас. Так, я член экипажа. Инженер. Ты инженер? Я не инженер. Это Полина. Я инженер. А, только раз 15 секунд можно. Шо, а зачем ты нажал? Я инженер. Я не предатель. Она только что в люк и мне... проговорила, что предатель. Я инженер. Врунишка. Антон, что ты начинаешь? Я не поняла. Ты что, хочешь полбу получить? Нет. Видишь, мне верят. Я верю Полине. Вот. Все верят мне. Мне кажется, это ты. Ты, жополис. В смысле за меня проголосовал? Вы чё? Вот вы гады! Антон! Я новую катку создам. Ну все, Антон, все, держись, я тебя убью первым, если я буду это тем. Не надо! Сантехник-предатель. Не надо, сантехник-предатель. Ну прости, так получилось. Я член экипажа, моя роль инженер. Ученый, я ученый, проверяйте пульс в любой момент. Неплохо. Так, ну, получается, выполняем просто задание, но в то же время мы можем просто прыгать постоянно через люки. Это очень удобно, между прочим. Покажи мне свои люки. А хочешь, я даже убью? У баба жопа есть стрельба, салат. Баба жопа. Это не баба жопа. Так, я в люк. Я не могу почему-то с люка вылезти. А почему? А почему я с люка не могу вылезти? Ну все, ты там навсегда остался. У меня есть мусор. А что за фигня? Я почему-то не мог с люка вылезти. Там кто-то сидит в люке. А, у меня есть мусор. Прикинь, нельзя люком пользоваться, если ты его не прочистишь. А, кстати, у тебя мусор? Да, у красного тоже мусор был. Все, я вижу. Видели, да, я вижу, мусор. вижу. Это не красный. И какой там вначале был? Баба жопа вроде бы. Баба жопа, да. Слышишь, я не мог использовать люк из-за того, что он был засорен, прикинь. Ну, типа, в нем нужно было прочистить мусор, там я мячики выбросил и все вот подобное. Кстати, у меня есть скан, посмотришь? Нет. Ну пожалуйста. Я сканюсь. Да подожди. Да тут все видят меня. Я тебя не вижу, я тебе не верю. Да все равно, меня все другие видят. Тебе все равно на меня? Нет. Вот так значит, да? Я теперь могу через люки прыгать тут спокойно. Тут кого-то убили! Убили в админской! Опа, первый труп. У меня мусор где? В админской. Милс инженер, да, я теперь могу через люки спокойно прыгать. Не баба жопа. Хороший ник, баба жопа. Вот так. Я могу мусор выбросить, это не Милс. Так, давай думать, кто. Мне кажется, пельмень, потому что он молчит. Так, смотри, это не салатовый, это не я, не ты и не скам. То есть это либо два розовых, либо пиписька, либо пельмень-кристалл. Блин, я что-то пельмень нас защищала, а я пельмень что-то решил выкинуть. А вы кого за кого? Я не молчу, прости, но моя жопа говорит, что это ты. За пельменя голосуете? Да, мне кажется, пельмень. Но у него не было ни разу анимки вообще никакой. И он такой, вот эти точно не предатели, эти точно не предатели. Откуда, типа, ну почему он про нас говорит постоянно, прям пишет. Ну потому что, может, он видел, поэтому так защищает нас. Так и что, мне кажется, это вы не проголосовали все за пельмени. Но посмотри, подожди, розовый легко пошел. И серый еще пошел легко. Хорошо. Надо наблюдать. Кстати, если вы хотите еще Among Us, давайте под этим роликом наберем 60 тысяч пальцев вверх. 60 тысяч пальцев вверх набираем, сразу же новую часть выпускаем. И если ты не подписан, обязательно подписывайся. Мы вас будем здесь ждать всегда. Я сейчас буду следить, но мне кажется, я знаю, кто тут предатель. Так, ну-ка. А, нет. Я думал, розовый предатель, но она сейчас долго выполняет задание. Стоп, просто не она. Хорошо. Так, свет потушили. Точно не розовый. Со мной это бегает, какая... Уйди от меня. Не убивайте меня, пожалуйста, дяденьки.
Так, точно не розовый, голубой почему-то срочное собрание вызвал. Белый из люка. Так у нас инженеры есть! Я инженер. Ты в люках прыгал? Я, да, потому что я как бы инженер. Ты тоже инженер? Да. Я тебя что-то не видел. А, я инженер? А, нет, я ученый. А, ты ученый, все хорошо. А ученый что может? Он может просматривать твой график такой, да? Да, пульс. Скипаем? Да. Короче, они не знают то, что у нас шестеро инженеров. И они сейчас все друг на друга думают. Меня чуть не выгнали? Что? Почему? Че, сумасшедший, что ли? Ты видела? Типа, 3 человека за меня проголосовали. Да, видела. Типа, блин, что? Я боюсь, что сейчас меня просто убьют нафиг. Я тоже боюсь, на самом деле. Ой, сейчас меня убьют. У нас 2 предателя, до сих пор ни одного не вычислили. Мне кажется, Алекс Рим. А, нет, Алекс Рим же инженер тоже. О, Вэл, привет. Хай. Так, баба жопа подозрительная. Это не баба жопа, у него была анимка в начале. А, окей. У меня последнее задание. У меня тоже. Не убивайте меня, пожалуйста. Так, баба. Мне жопа, кажется, мы быстрее задание сейчас сделаем и выиграем. А кто еще остается у нас? Ой, оранжевого, да, нашли. Я видела, оранжевого убили на пульсе. Мне кажется, это чувак как раз убил. У красного анимка была. Точно не Тов. А, не-не, да, у красного была анимка и бабы жопы. Так, короче, мне кажется, я видел Лек Слим. Я в люке был и видел. У нас есть оборотни. Аккуратно. У нас 6 инженеров. Ну смотри, я бегала с розовым, он меня не убил. Вот с Товом. Он мог меня убить запросто, 2 раза. Это не он. Мне кажется, это пиписька Ми. Возможно. Голосуем за пипиську? Я думаю, да. Интересно. Ну он молчит все время. И очень так странно улыбается мне. Да. А если это не он, то что? У него щиты были. А у нас 3 предателя или 2? Так, ой. Прости меня, пожалуйста, почему вы так долго писали то, что у него была анимка какая-то? А, может, они друг друга сейчас покрывают? Ну-ка, подождите. Не был предателем. Да блин, а кто тогда? Кристалл молчал все время. Еще кто-то. Я кристалла не видел, кстати. Я все сделала. Так, я буду вот бегать с этим. Нет, все нормально. Это точно не Лекс Лим. Скам при мне такой прыгнул в люк. Беспардонный такой. Так. 4-4-1. Нет! 4-4-1-6-5. Короче, мне кажется, 100% это кристалл. Кристалл моет. Блин, а кто это тогда? Я не понимаю. Труп! Увидел труп! У кристалла не было этого! Что? Не было у него таска у кристалла! В столовке. Кристалл подозрительный. И кумихоли. Он кристалл. Просто подошел, мы такие спины. А что он выполнял? Что выполнял? Он типа этот, скачивание файлов, но он типа подошел, стоял долго-долго, мы смотрели, не смотрели, и он отошел потом просто. И потом убили. Мне кажется, это кристалл. Я за кого первым кристалл? Если нет, таких не Вэл. У меня анимка была. Алло. Вэл. Была анимка. Единственное, за пельмени думаю, что он тоже может быть таким хитрым. Он постоянно просто бегает. Но точно не Тов, точно не Скам, точно не Лекс Слим. Ну вот розовый, вот этот розовый, который Каркарыч, странный чел. Так, кристалла выкинули. Но он до конца держался, скажи. Да. Интересненько. Не был предателем, да, это пельмень, это пельмень, это пельмень, ты прикинь. Капец, а почему пельмень? Да потому что всех других я видел точно, что они не предатели. А розовый Каркарыч, ты тоже видел его? Да! Я за розовым следил, он долгое задание выполнял. Я с люка следил. Ах, он падла, он сейчас еще и нажал это. Сапота, чтобы нельзя было кнопку нажать. Посмотри, он убил кого-то, посмотри быстренько. Все вроде все нормально. Живы, да? Салатовый, не живой какой-то он. 100% не ты, не я, не Тов, не Лекс Слим, не Скам. Ну, пельмень или либо вот этот розовый. Значит, пельмень. А я тебе доверял. Это пельмень. А почему не розовый? А у Лекс Слима? Я за всеми другими следил. Короче, это коричневый и это кумихолли. За Товом я следил. А Лекс Слим? Лекс Слим нет, он инженер. Мне кажется, это розовый Каркарыч. И Каркарыч тоже. Их 2 осталось. 100% они. Алекс Слим. А Алекс Слим нет, он инженер. Вы очень душные. Хорошо играете. Ладно, что признался еще. А я ему верил, он прям с нами ходил все время. Был один из предателей. И второй это Каркарыч этот. Эх. Ты следующий. Свет выключил. Стой тут, я сейчас свет починю. Да меня сейчас убьют тут. Да не, все нормально. Я нажимаю на кнопку, да? Да, нажимай. 100% Каркарыч. Ну и второй Камихоли. Всех других я... видел, я за ними следил. Эх. А ты представляешь, какая эрудиция, дедукция? Барабанная дробь.
Синки-бау. Победа! Поздравляю! Это было охрененно, просто это вау! Мне нравится, когда много инженеров, это прям вообще так дедукция прям срабатывает на все максимум. Так, ну давай попробуем поиграть на мирочки, потому что там инженерам тоже будет круто, там очень много люков. Ну что, начинаем? Новая катка, все ребята зашли! Я член экипажа. Я тоже. Я инженер! Ура, я тоже инженер. Так, сразу задание выполнять. Оп-оп-оп. Так, а у тебя есть какая-то анимация? Сейчас посмотрю. Кажется, нет. Я тут не особо разбираюсь, но мне кажется, нет. Синий точно нет, у него скан. Тут все в очереди на скан. Сейчас все покажут свой скан. Так, и точно не розовый. Хорошо, синий и не розовый. Не мандаринка. Я тоже не предатель. Хорошо, минус 3. Не понял. О, кого убили? Уже так быстро? Полина, а ты где там была? В саду. Ага. А где, в кустах? Да, в кустах. А где нашли труп? В реакторе. А люк прямой куда ведет после реактора? Я не знаю. Блин, я не знаю даже. Синий точно нет. У него анимка. У розового тоже анимка. И у хтыщ. А какая у него анимка? А, они все сканились втроем. А может это самореп? Я тоже думаю про самореп. Я поэтому за Ванюшу. А, ты проголосовал? Да. Ладно. Так, ну за Ванюшу тоже многие проголосовали. А не, ты... не многие. А ты инженер, Полин? Да. Да? Да. Инженер! Инженер! Так, тут нужно будет в два раза больше думать, потому что у нас два оборотня. О, я видела! Я видела яйцо, шкура от яйца! Блин! Давай смотреть, кого двое! А, я не могу, меня закрыли вы в дезинфекции! Так, я за всеми шкура наблюдаю. Яйца! Я шкура за всеми яйца. Наблюдаю. Я понял, я за всеми наблюдаю, но все вроде будут нормальные. Кого двое? Срочно! Я видела. Ну это инженер, наверное. Тут шкура яйца в лаборатории лежит. Значит, кто-то через люки ушел. А до этого приходил синий еще. Слышишь, а у меня там тоже синий был. Кто-то в синего превращался. Смотри, вот тут вот эта кожа яйца. Мандаринка. А что тут делает мандаринка? Мандаринка в другом месте находилась. А, она может инженер. Где мандаринка? Коричневый только что прыгнул, но ничего страшного, такое бывает. Это я. Так, Хатыч, Васаби и так не был предателем, все нормально. Хатыч! Васаби! Так, ко мне тут выпрыгнул. Мандаринка прыгнула. Хорошо, все нормально. Мандаринка инженер. Синий нашел труп. Ну, синий точно не предатель. Смотри, точно не синий, точно не я. Он не нашел труп, он нажал кнопку. Я инж. Мандаринка точно инж. Вопрос вел, ты с люка выпрыгнул. Я инженер. Смотри, оранжевый, скорее всего, не врет, потому что он ученый. Ну, типа, он единственный ученый. Я верю. Зеленый молчит. Да. Украина молчит. Украина. И цветок тоже молчит. Украина предатель. Ну, короче, я Ванюше теперь доверяю. Ну, а тебе я вообще не доверяю, Полина. Ты за Украину? Я за Украину. Россию. И цветок подозрительный, потому что он не говорит, что он инженер. Он вообще молчит. И коричневый молчит, хотя все сказали, что они инженеры. Мандаринка 100%. У нее скан был, да. Блин, не выкинули Украину. А, или психаску я еще не видел ни разу нигде. Так, ну, у меня осталось совсем чуть-чуть заданий. Смотри на таск сейчас. Раз, два, три. И че? Ну, пополнился. Синий, главное, такой прыгает по люкам, такой, ой, Вэл по люкам прыгает. Они же не знают, что у нас инженеров, типа, херова туча. Да. Так, я сейчас в люке, я буду следить за всеми. Ай, меня закрыли, дезинфекция, откройте. Так, точно не цветок. Бегаем, смотрим, никого. Мне кажется, меня сейчас могут подставить, но я слежу за всеми. Свет потушили. А, бежим. А где свет потушили? Тыщ, Васаби, странный тут какой-то стоит. Ну, у него анимка была. Найден труп, синего убили. С кем синий ушел? Он с кем-то уходил и не вернулся. Я была... Че, с кем-то я... А, с Хтыш Васаби я бежала. Синий с Украиной уходил. Хтыш Васаби... у Васаби была анимка. Я видел в начале. У нас есть оборотни. Не забываем. Так, напряженно. Это что такое? Когда куча инженеров, это прям вообще дико как-то. Вообще не понимаю. Ну, Украина, возможно, или цветок. Но до сих пор ничего не понятно. Липсихаска, ты где была? Я тебя не видел. Липсихаска молчит. Мне кажется, это Липсихаска. Интересно. Хтыщ! Васаби! Хтыщ! Никого нету. Опа, через люки. Слышь, это Липсихаска, она тоже через люки. Ну и чё, а вдруг она инженер? Она прыгнула в люк, это Липсихаска, и кто-то был первый. И чё? У нас таймер 30 секунд. Ой, я с Украины осталась. У нас таймер 30 секунд, она не смогла бы прыгнуть, это Ванюша. Это Ванюша был, и Липсихаска. А у нас таймер 30 секунд, да, мы типа не могли бы прыгнуть, Липсихаска. А не прошло время разве? Может, они не по люкам пришли? Я тебя спасибо.
спалил. У нас был таймер на попадание в люк. Вэл, будь моей девушкой. За кого голосуем? Да, липсихаска. Липсихаска 100%. Я специально развел их, типа подошел к люку и посмотреть, кто прыгнет, потому что у нас у всех таймеры. И там два человека прыгнули, но первого я не заметил. Жесть, все проголосовали. А прикинь, это не она. 100%, 100%. Антон. Что? Слушай, у меня большие вопросы к тебе, Антон. What the fuck? Мы же в люк не можем прыгать, у нас таймер. Да. Я, кстати, все выполнила уже. Как? Опять метель. Какого хрена? А как? Я не могу прыгнуть еще раз в люк. У меня ограничения идут. Какого черта? Кто тогда? Все вместе ходим. Мы такие красивые, зеленого прям не хватает. Зеленого не хватает. Украина вот тут. Зеленого, фиолетового не хватает. Фиолетовый тут стоит. Мне кажется, это может быть ты, потому что, ну, типа, 100% даже ты. В смысле? У меня таски были, я уже все сделала. Надо вниз идти, если там наверху, надо вниз. Я пытаюсь по люкам быстрее дойти, я не могу. А, все. Зеленый почему-то решил за мной резко пойти. Я прям смотрел на него, и он такой, типа, решил такой, оп-оп, туда-сюда. What the fuck, почему так сложно? Я не понимаю. Да просто все бегают, и все, тут непонятно уже. Ну-ка, я попробую спровоцировать убийство. Давай, как ты это сделаешь? У меня есть подозрение просто, кто? Кто? В люке нельзя прыгать? В смысле? Запрещено в люке прыгать, если у тебя... Инженерам нельзя прыгать в люки, если свет выключили и учесть. Ты такая падла! Как так? Это была случайность, я просто в толпе убила. Это самореп. Какой самореп? У васаби есть вообще-то пруф. Фиолетовый второй предатель, да? Да. Я не убийца. Я не убийца. А, у меня так сердце бьется, ты не представляешь. Я сканился, Милс видел. Да, типа, я ж васаби точно. Слушай, а как ты так? Как ты так вообще? Такая падла. Я все выполнила. Не знаю, это не я, клянусь. 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 Конечно, нет, я да никогда, я бы никого не убила. Как я потом, я проиграю же. Пробуй выиграть, Полина. Да я проиграю. О, знаешь, кто я? Я ангел. Я буду... Ты хочешь меня спасти? Нет, я всех других буду защищать, чтобы ты всрала. Да блин, я проиграю уже, нас так много. Мне не получалось никого убивать просто. Тебе нужно меняться, ну типа внешность. Был одним из предателей. Еее, так, кого защитить? А я защищать не могу, когда связь выключили, почему? Какого черта? Все больше смотрят, что в толпу не заходят, ха, научились. Слушай, тот, кто наверху, в него превратись и убей. Они все вместе бегают. Ну, допустим, я защищу вот это. Ну, как не защитить это? Бегайте. А, ты, о, саботаж. Сейчас кого-то убьешь. О, а куда ты уходишь? Я не знаю. Опять тебя забуду защищать. Я каненьку. Я превращаюсь. Давай. Блин, я хотел на это посмотреть. А ты в Украине стала, да? Да. Я сейчас, я не успеваю. Давай, открывайся, дезинфекция. Так ты через люки можешь. Да. И в люк потом прыгнуть обратно. Я убила! Так, а кого ты убила? Че, ты превратилась обратно? Я превратилась на виду у всех! Ты че, Полина? Я не заметила, как у меня вышло время! Это было случайно! Интересно, что напишешь? Блин! Я думаю, это самореп! Они что, не поняли ничего? Я просто превратилась на глазах у всех обратно! Я ничего не делала! Они ничего не увидели, да ладно! Полина, как? Офигеть! У меня так руки трясутся сейчас, ты понимаешь? Мне просто вышло время, я превратилась обратно на глазах у всех, они ничего не увидели. Полина, тебе нужно превращаться только в коричневого, у него нет алиби. Хорошо, но они вместе ходят. Да, они все втроем, ну потому что связь лечат. Связь почини, а то ты подозрительная. Да блин, они сами чинят. Так ты подозрительная. Так они сами чинят, что я буду мешать-то так им? Ты подозрительная из-за этого. 8-9-9-1. Превращайся в коричневого. Блин, надо было в коричневого превратиться. Ну все, я проиграл, они вместе ходят. Блин, кого бы защитить? Ой, куда-то розовый ушел. Куда же он ушел? У него есть кан. А-а-а. Блин, прыгни в люк. Может, ты спровоцируешь кого-то. Коричневый тоже здесь. Можешь в коричневого превратиться. Коричневый это отошел от всех. Убивай, Полин, давай. Да, я убила. Убила? Да, я убила розового. Офигеть, коричневый к тебе пошел. Аккуратно. Он на саботаж пошел. Репорт, сейчас будет репорт. Я была в саду. Гони на коричневого, Полина. Я думаю, ты выиграешь. Мне кажется, Вэл, напиши, ты пропадал постоянно. Капец, у меня трясутся руки. Давай, Полина. Хтыщ, васаби. Давай, цветок. Да, я выиграла. Цветок, прости меня. Да вы чё, совсем с ума? Ты был хорошим человеком. Да.
Выиграла! Не, ну это просто похлопаю. В общем, ребят, спасибо вам большое, что смотрели этот ролик. С вами был Мил Скал и Полина. И Полина. Всем удачи и всем пока. Пока! Пока-пока. Пока.